Последний месяц лета – самое время отправиться за спелыми и сочными арбузами. К августу бахчевыми торгуют буквально на каждом прилавке центрального рынка. Есть урожай из Дагестана, солнечной Кубани, скоро подоспеют и знаменитые астраханские арбузы. Все продавцы утверждают, что ягода сладкая, можно смело брать. Чтобы не прогадать и выбрать лучший плод, следует знать несколько простых правил. Полоски, чтобы был ровненький, и желтое пятно. Хвост надо смотреть. Хвост, если сильно сухой, это арбуз пролежавший. Как бы. Свежий арбуз немножко должен быть зелененький хвост. По закону разрезать арбузы или вырезать из них кусочек на рынке запрещено. Попробовать покупку, не отходя от кассы, не получится. В первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид. Узор должен быть ярким и четким. Можно проверить и музыкальность понравившегося арбуза. Впрочем, далеко не каждый может оценить качество по звуку. Ну, смотрите звук. Хорошо звучит, значит сладкий арбуз. Если к внешнему виду и звучанию претензий нет, можно обратить внимание на сопроводительную документацию. Сотрудники лаборатории проверяют каждую партию на содержание нитритов и уровень радиации. Провести анализ можно непосредственно в торговой точке с помощью портативных приборов. Если у специалистов возникают вопросы к качеству товара, образец несут в лабораторию, где изучают детально. На каждую партию арбузов у нас имеются документы. То есть сертификат соответствия и товарно-транспортные накладные, где указывается, откуда приехал продукт, в каком количестве. В лаборатории центрального рынка уверяют, что все показания в пределах нормы, качество товара гарантируют. Продавцы, в свою очередь, не рекомендуют брать плоды легче 6 килограммов. Если учесть все советы и рекомендации, шанс принести домой сладкий и сочный арбуз будет гораздо выше. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.